Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я хочу анонсировать вам новую песню группы Волощука СД, которая прозвучит в эфире 5 июня, в день защиты окружающей среды. Эта песня про удачу. Про удачу песен вообще-то спето очень много, а тостов произнесено, так вообще не счесть. Про птицу удачу песен, конечно же, поменьше, но тоже немало. Напомню самые известные. У вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня», к примеру, есть песня «Птица счастья», написанная Александрой Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, в которой люди ждут птицу удачу завтрашнего дня, да только дождаться никак не могут. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Но самая прекрасная, на мой, конечно, взгляд, песня про птицу удачу у группы «Машина времени». Это знаменитая «Синяя птица». Здесь и юмор, и ирония, и надежда, и трезвый взгляд на мир. Прекрасная песня. Мы в такие шагали дали, что не очень ты не дойдешь. Мы в засаде годами ждали, не взирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. В Советском Союзе после появления этой песни остряки так стали называть еще и синюшных, перемерзших, плохо ощипанных кур, которых изредка выбрасывали на прилавки магазинов. Такая популярна была песня. Но этой песне «Машины времени» стукнуло уже 45 лет. И после этого как-то песен про птицу удачу я что-то не слышал. Дай бог песне «Машины времени» многих лет жизни, но мне показалось, что пора уже слегка освежить эту тему с учетом современной действительности. Ведь я же не просто так каждый раз говорю. Новый хард-рок – это тот же самый старый добрый хард-рок, только в новом звучании и с переосмыслением вечных истин, в новых реалиях. Поэтому я решил также сочинить песню про птицу удачу. Но я дерзнул пойти дальше Андрея Макаревича. И в своей песне спел еще и про успех. Я надеюсь, все понимают, что это разные вещи. Удача – это представитель случайности в нашей жизни, а успех – это закономерный результат наших усилий. Но они, как брат и сестра, ходят рядом и дополняют друг друга. Поэтому я решил спеть сразу про обоих. К тому же, 5 июня – Всемирный день защиты окружающей среды. А птица удача, как ни крути, неотъемлемая часть этой самой окружающей среды. Только не всем удается ее увидеть. Не среду, конечно, а птицу. И 5 же числа напоминаю тем, кто вдруг случайно запамятовал. День рождения Будды. День его просветления и ухода в нирвану. А эта задача, как вы понимаете, очень непростая. Вот и я. Учитывая все эти праздники, а также сложность поимки птицы удачи и оседлывания успеха, решил назвать песню «Трудная задача». Всем, конечно, не угодишь, но я надеюсь, что она хоть кому-то понравится. Поэтому слушайте новую песню группы Волощука СД и желаю всем вам и успеха, и удачи. До свидания, друзья, до встречи!